недавних пор на ВДНХ появился вот такой необычный дом. Дом перевертыш. Говорят, там внутри все наоборот. Вот сейчас посмотрим, что же там внутри. В этом доме все вверх ногами. Даже дверь. Сразу видно, что дом сопримерный. Вот на столе, который на потолке, там есть планшет. Как они здесь готовят? Там курица. Какая-то странная курица. Сакральное место каждой квартиры. Здесь оно тоже есть, холодильник. И он тоже перевернут. Та-дам! Стейк и цветная капуста – любимая еда моего мужа. Здесь есть все, даже туалет. Не очень безопасное расположение. У нас дома такие же коврики из Икеи. Так, ну а это должно быть спальня. Где же кровать? Она должна быть здесь. Это же дом перевертыш. Так, посмотрим, что здесь хранится. Вообще в этом доме какое-то странное впечатление. Кажется, что он качается или что тебя качает. Кажется, что он вот-вот должен рухнуть на одну из сторон, но вот мой муж убеждает меня, что дом не качает, он стоит крепко, и что здесь можно чувствовать себя надежно. Ну, конечно, сомнительно, когда люстра находится у твоих ног. Я уже начинаю привыкать к такому положению вещей. Надо срочно посмотреть в окно, чтобы все стало на свои места. Фух, слава богу, мир не перевернулся.